Приветствую вас. Ну, я думаю, что поскольку вы общаетесь с этой женщиной и поскольку у вас есть, в общем-то, общение, да, с ней, вот, я думаю, что вы хотите ее увидеть, я думаю, что вы хотите с ней встретиться, я думаю, что не будет ничего плохого, если вы увидите ее, я думаю, что не будет ничего плохого, если вы встретитесь с ней. Для вас это, по крайней мере, такой вот шанс, значит, понять, тот ли этот человек или нет. То есть понять, не идеализируете ли вы ее. Вот. Но есть, конечно, проблема. И проблема эта заключается в том, что вы ее идеализируете. То есть не видя ни разу не видя человека, вы в него влюбились. И, конечно, это, ну, в какой-то степени это серьезная проблема, потому что у идеализации всегда есть свои основания. В данном случае идеализация – это перенос своих желаний на, собственно, вот, человека, на, собственно, вот, эту женщину, вот, это и есть, как бы, идеализация, и вы получается, свою неудовлетворенность, да, пытаетесь, вот, как-то компенсировать за счет, влюбленности, за счет чувств к ней. Вот. Не то чтобы я прямо против этого. Просто я знаю, что, ну, что такое это перенос, я знаю, что это, я знаю. Я понимаю, что, скорее всего, ничего хорошего из этого у вас, ну, не получится. Вот. Ну, тем не менее, я даю себе отчет, что отговорить вас не получится, да, и, в общем, и в целом, я, наверное, не хочу отговаривать вас от этого. Это, в общем-то, ваш опыт, и вам надо через него, через этот опыт вам нужно пройти. А вот, самому, да. Вот, но просто имеет, конечно, смысл вам подумать о том, как вы в этой ситуации вообще оказались, да? То есть, как вы оказались вот в ситуации, что вы общаетесь по интернету с замужней женщиной, которая старше вас? Как вы к этому пришли? Именно вот конкретно, как вы к этому пришли? Конкретно. Вот именно как вы к этому пришли. Это важно, потому как ну, вас привело к этому определенная модель поведения. Вот. И было бы, конечно, очень здорово, если бы вот это вот то, что привело вас к этому, было бы выявлено и вами осознанно. А тогда ситуация была бы более перспективной,
по крайней мере для вас. То есть, по крайней мере для вас, ситуация была бы более перспективной в том смысле, в том плане, что вы могли бы, например, рассчитывать на то, что в будущем вы таких действий больше не совершите. Вот. Пока же на данный момент понятно, что вы не можете гарантировать этого. И понятно, что как бы вы едете по стату. Вот. Что касается самой женщины, то по опыту я могу сказать, что если ну, женщина сразу не ушла, вот, то она, скорее всего, уже не уйдет от своего мужа. Она к нему привязана, у них много общего, у них много нажитого, и я не думаю, что она рискнет это делать, я не думаю, что она рискнет. Уйти от него, вот, потому что слишком много переменных, да, слишком много неизвестного, вот, а вы как минимум живете в другом городе, и к вам город, она, ну, вряд ли поедет, вот, то есть нужно, чтобы вы очень много гарантий предоставили ей, что с ней все будет хорошо, а вы, вот вы производите впечатление, ну, к сожалению, весьма неуверенного в себе человека, вот, и, как бы это, конечно, создает лишний риск, вот, для нее. Поэтому, если вы хотите ехать, то езжайте, получите опыт, встретите с ней, завершите ее, ну, завершите опыт, иначе незавершенность, это будет вас беспокоить, вот, в дальнейшем. Но я рекомендую вам обратить внимание именно на свои чувства, на свои желания, вот, которые у вас есть, и постараться разобраться именно в них. Потому что это куда более важнее, чем то, что, ну, чем то, получится ли у вас что-то с человеком или нет. Вот. Потому что получится или нет, вы не знаете, да? Вот, много очень переменных, много очень факторов, которые говорят не в пользу, ну, не в пользу вас, не в вашу пользу, а вот ваши чувства, ваши желания, они все-таки есть, они, ну, от них никуда не деться. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы отдавали себе отчет, ну, вот, себе. Очень важно, чтобы вы понимали, чего вы хотите конкретно. Вот. И только в этом случае у вас
появится реальный, действительный шанс построить гармоничные отношения. Если не с этой девочкой, то с какой-то, ну, с любой другой, да? Вот. Разница в возрасте, на самом деле, не такая большая, вы, правда, не написали свой возраст, но разница в возрасте не такая большая, хотя 7 лет, это, конечно, ощутимо, но, опять же, учитывая, сколько лет вам, то есть, если ей, там, допустим, 20, если вам 20, допустим, 20, или 27, то, ну, это, в принципе, в пределах нормы, хотя... А это все равно, возможно, говорит о том, что вы нуждаетесь вот в такой маме, да, а сами вы больше такой вот ведомый и больше занимаете детскую позицию в отношениях. И вопрос еще, захочет ли эта женщина стать мамой для вас, если у нее уже есть... А, сейчас я посмотрю, есть ли у нее дети. Она вам, да, есть ребенок. Вот. С другой стороны, обратите внимание на то, что у нее это уже не первый брак, у нее второй брак, и второй брак у нее неудачный, то есть это уже системное поведение, это уже сценарий, и с вами вполне вероятно может произойти та же самая штука, вот, та же самая история, и, в общем, тут очень важно понять, почему женщина не складывает отношения с мужчинами. Вот, дальше обратите внимание на то, что привело вас в интернет, то есть почему вы решили вообще общаться в интернете, людей в интернет просто так ничего не приводит. Вот, для этого есть причины, почему вы пришли в интернет. И, соответственно, с этим тоже нужно разобраться. Это тоже нужно рассмотреть. Какой опыт, какие обстоятельства привели вас в интернет, почему вы не хотите знакомиться в реальной жизни. Значит, естественным путем, да, через естественное раскрытие личности. Вот. Я думаю, после проработки всех вопросов, значит, вы сами решите для себя, хочется ли вам приезжать к ней или нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.